друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Куфис, а сегодня Кирюшенька Варфаник, и сегодня Сережа Бутов, и с нами добро пожаловать на старые добрые парни из Скилл-теста в ГТА 5 онлайн. Друзья, как давно мы не потели, как давно... Опа, стоп, куда велосипед поехал? Стой, я тоже, он что-то по тормозам не нажимал. Так, давайте определяться, давайте я направо поеду, а вы поедете налево, давайте. Если я еду направо, вы едете налево. Ну, вот туда. Если с другой стороны. Так, я на этот... Я забыл на секунду, как тачка называется. Подожди, как тачка называется? XA20, я тоже на секунду забыл, как называется. Прикиньте, ребят, вот что-то... а погоди, ты едешь... Тут значок новый развернулся. Да, там чувствуется значок такой, чего? Друзья, в общем, не забывайте прожимать лайкусики, конечно. Ну куда ты прешь? Олег, ну куда ты едешь-то? Куда ты лезешь? Мы в разных направлениях едем, но как ты это-то не поймешь-то, а? Ну вот голова твоя вот эта вот оплюшевая. Я вот пока не понимаю. Ребята, не забывайте подписываться на канал, обязательно ставить лайки, тогда мы чаще будем потеть, заходите страдать на старые добрые скилл-тесты. Я вот что-то реально не понимаю. То есть этот скилл-тест, который мы сегодня запустили, он, конечно, как обычно, максимально потный, сложный и все такое. Ну, азиатский парный скилл-тест, образно говоря. Вот, только вот реально осталось понять. Ой, ну, куда ты? Подожди, а что делать-то? Я вот тоже не понимаю. Возможно, может быть... Мы, по-моему, Олега должны куда-то запихнуть. Мы должны развернуться, удариться об тебя и поехать наверх. Нет, пожалуйста, только... А он что-то... Да что за носит-то? Как мы это сделаем-то? Я вообще пока что не понимаю, что нужно делать. Тут надо реально подумать. Я вот тоже, я что-то первый раз нормально проехал, сейчас что-то косячу. Куда вы спуститься-то собрались? Ну, вниз. Я с тобой. Самый низ. Берешь и все. Ну, не, я сейчас еще раз... Ну, да, мне там так или иначе чекпоинт-то взять. Ну, куда? Аккуратно. По своей полосе едем, не мешаю. А зачем нам разворачиваться? Погоди, а может быть... Мне надо просто хотя бы до конца доехать, чтобы посмотреть, что... Подожди, я не понимаю. Я вот тоже этого не понимаю. Да, короче, слышите, мне каким-то боком надо просто реально развернуться там, потому что мне нужно ехать по вот этой розовой только в обратную сторону, вот туда наверх, потому что таким образом я вылетаю на чекпоинт. Но как развернуться мне? То есть вы должны меня как-то, ну, ударить по жопе, видимо, судя по всему. Это как когда платформа стоит, где ты разворачиваешься, ударяешься жопой и едешь вперед. Да, смотри, вот попробуй сейчас удариться, попробуй. Нет, сразу жопу не могу, Серега, извините, но так не получится. Подожди, стой, давай попробуем. Я сейчас поеду, ребята, пробуем все способы, пробуем абсолютно все. Я тебя даже не вижу. Ну вот, я еду. Вот сейчас я вот спускаюсь вниз по розовой. Ну да. Хотя, погоди, стой, погоди, я сейчас, возможно, лайфхак, ну, такое. Стой, Кирюха, отойди. Это уже поздно. Я перевернулся. Короче, надо тайминги просто соблюдать и все. Смотри, как мы сейчас делаем. Я еду задница, да? То есть привычно в своем состоянии ехать всегда задница, надо, да? То есть, мне не привыкать, нормальное дело. Итак, значит, я спускаюсь вниз, и надо, чтобы кто-то из вас просто ехал. Ай, ты дурак, Сережа, блин, а ну ты что делаешь? Я не могу найти, вот я взял на платформе чекпоинт, а следующий где? Да, вам сейчас меня толкнуть надо в первую очередь, пацаны, а потом... Как мы-то потом пройдем? Ну так потом я вам как-то помогу, скорее всего. Мы пройдем нормально. Вы-то проедете, мне нужна ваша помощь, пацаны. Вы должны толкнуть меня просто в попу и все. Я так не заеду. О, получилось? Я заехал! Получилось! Реально, давай, не падай, не падай! Да, 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 тут упасть, пацаны, вы что, это издеваетесь, что ли? Я кто такой вообще? Я шали... А куда? Чего? Погоди, стоп! Подожди, я еду, Олег. What the fuck? А куда ехать? А мне чекпоинт надо было взять там, блин, прикинь. Он в середине? А так не получится, так не получится. Мне, короче, знаешь... Ну, ё-моё, ну, пацаны, ну вы чё, а? Короче, я все понял, смотрите, я все понял. Мне нужно сейчас тут чекпоинт взять, и вы должны в меня врезаться как раз-таки вот где-то на этом моменте, чтобы я просто поехал... На середине? Вот здесь вот, да. Подожди, сейчас я приеду. Олег, что ты это делать будешь сам? Да я вот,
Как я тебе это сделаю сам? Как я тебе это сделаю сам? Мне нужно развернуться, мне нужно, чтобы вы были там сверху. Как вы меня? Мы чекпоинт взяли. Ребят, я уверен, что вы пока не понимаете. Я просто не могу нормально объяснить то, что нужно вам сделать. Понимаете? Уверен? На этом моменте мы уже должны вот, да, вот не на этом моменте, я еще должен чуть выше подняться. Вот тут я где-то беру чекпоинт. Да, вот тут я беру чекпоинт. И здесь вы просто должны впилиться в меня, развернуть меня назад. И все. Да, да, да. Вы что думали? А ты не можешь там сам развернуться? Да как я там развернусь сам? А это парный скилл-тест метел. Вообще все самому проходить или что? Ты можешь упасть вниз, удариться об стеночку. И у тебя машинка так боком встанет. И ты залетишь обратно просто. Здорово, 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 здорово. Так, нет, стой, погоди. Возможно, сейчас, конечно, получится все это дело организовать. Типа, если только тебя подпадать. Вот, смотри, 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 смотри. Давай, 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 давай. Хорошо. Вот это я боюсь. Да, 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 да. Вот сейчас точно должно все сработать. 100%. Это точно парный скилл-тест? Тут слишком запутанная система. Слишком. Ну все, наконец-то. Мы больше торопиться просто не будем. Да, просто все, больше не торопимся. Но ребята разучились, сами понимаете. Плюс элемент такой немного запутанный был. Так, Серега направо, я поеду тогда налево. Снова. Нет, в прошлый раз я направо ехал. Да, да, тогда теперь налево. Так, я теперь на этом. О, я на тачке. Так, а вы теперь где? А вы. Я тоже на тачке. А Сережа где? Сергуня, ты там где? А, смотри, я походу понял. Я походу понял. Не-не-не-не, я походу понял, я понял. Сереге надо встать на обрыве, а мы его на скорости толкаем. Только тебе, Серег, надо пройти чуть-чуть дальше. А что? Не, пацаны, это вы как-то должны ко мне попасть. Там для дурачков нарисовано, что мы должны тебя ударить. Да, мы тут никак не сделаем. А вы видите, что у меня сейчас? Так, а ты знаешь, что тебе нужно сделать, Серега? А вы видите, что у меня? Да, а ты подумай, что тебе нужно сделать? А я не хочу думать, я буду просто спорить. Нет, нет, Серега, тебе, я забыл, как этот элемент называется. Слайд, вот тебе надо слайдить, и слайдить надо. Да я знаю, что тебя Серега зовут. Не умеешь сладить, как. Ой, блин, ну не, ну тут вообще нереально остановиться, брат. Не, тут, тут никак, Серег, ты должен слайдом просто все это дело пройти, сам выбрал этот ой, путь. Нахочу, это надолго, ребята. Ну, как я благодарен, что мы выбрали левый маршрут. Ну давай, Серега, рожай там быстрее, реально. Ну полчаса тебе. Чуть-чуть упал. Так, Серег, теперь смотри, самое главное, стать по центру. Вот, а теперь просто. А теперь просто стой, куда я шкапал. Долетаешь, долетаешь. О, не долетаешь! Ну, Серега, ну, Серега. А я не поеду, я все, я сделал, я сделал все. Давай, 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 давай. Нет. А, короче, нас видели, там чел написал что-то в чате, и этот читер зашел и крашнул вас. Нормально вообще, а? Что за бред вообще? Там чел какой-то в лобби к нам зашел, просто это я не знаю. Да, да, я еще удивился, как он в общий чат нам написал. Что за бред? Ну что, друзья, мы перезашли реально просто, прикинь, зашел какой-то читак и просто выкинул нас из сессии. Я без понятия. А, чего надо? Чего такое? Ты видел, как я прошел сейчас? Да видел я все, Сережа. Ты готов к полету? Скажи, пожалуйста, расправляй, не снял. Расправляй свои крылышки и полетели. Понимаешь, он это не снял. Да я не снял, ну конечно, что я не был готов к записи, мне нужно было очень прикрутить, что такое сделать, понимаешь, да? Я видел, как ты прошел, Серега, Я не знаю, тогда я поеду налево. Я реально в шоке с того, что просто какой-то читер зашел и просто скинул нас, понимаете? Да, я так понимаю. Так, я на Бэтмобиле. Я на Бэтмобиле и я еду. Я поднимаюсь просто наверх. Я понял, смотри. Видишь справочку, Кирилл? Я вижу рисунок, Сергей. Не-не-не, короче, Кирюх, тебе надо в дырку залезть, а мы тебе должны. Ну, я должен, или кто-то. Серега, ты там, я не знаю, чем ты там занимаешься. Не, Олег, ты должен его, короче, толкнуть. Ну, я про это и говорю, да. Я, короче, смотри. Третий квадратик справа. Олег. Я понял, сейчас третий квадратик справа, да? Ну, по центру, по идее, да, получается? Ну, ты... практически, да. Олеж, ты очень сильно хочешь его... Я погоди, стой, погоди. Почему все элементы каждый раз через одно место? Я вот это не понимаю, реально. Ну, потому что это GTA 5. Нет, стой, погоди. Мы правильно встали, мы неправильно встали. Вы уверены, что вы правильно встали? Потому что вы стоите выше, а я ниже. То есть, как бы, там вам надо упереться в беленькую. Там. Во. Вот, вижу. Я видел чью-то попку. Давай, попочку, давай. Сейчас залечу. Пошел! Что, получилось? Поехал, да? Нет, не поехал. Да, не поехал-то? Ну как так-то, а? А, нет, поехал! Как все нормально встать, работает! Ай-яй-яй! Стой! А ты уверен, что ты туда поехал, Кирюха, да? А вот, кстати, не знаю.
А я вот тоже не понимаю, а мне вообще дальше как ехать, потому что я, ну, типа, внизу. А мне чекпоинт, я не понимаю, наверху. Олеж, моя очередь. Давай, все, готова попка твоя, смотри, давай еще. Посерединочке. Ну там фигово залетело. Ой, косой, ну что? Ну промахнул. Ну я изначально не видел просто, где она располагается, понимаешь? Сейчас. Серега, готовность. 3, 2, 1, полетели! Да я криво. Да ну что ты криво? Что ты криво-то? Что ты криво-то? Я не понимаю, да? Вот каждый раз криво. Ну достал реально. Я еду. А Кирилл неровно стоит. Ну ровно же было. Все, я поехал. Слава тебе, господи, да? Ёпта, перекладка! Чё? Олег, ты прошел, а ты прошел? Нет, ну Кирюша. А как Олег вообще должен брать чекпоинт? Ой, я все... Красава, Олег! Молодец! Я даже не знал, что чекпоинт надо мной находится! Я даже не знал про это! Понятно. Все, мы, получается, все поломали сейчас, правильно я понимаю? Ну давай, доставляй нас. Я не против, Олег, что мы это поломали, потому что нам приходится бы ехать самый верх. Давайте перезапустим, я предлагаю, да? Вы будете... Не-не-не, сейчас смотри, сейчас поменяем всю ситуацию. Вы вдвоем будете на вот этих бэтмобилях, а я буду вот это все проходить. Ну потому что, во-первых, все это слишком просто для меня получается, мне неинтересно, понимаешь? И слишком много косяков, ну вот реально, ты я посмотри, не... Да нет, мы первый чекпоинт прошли непонятно как, этот сейчас чекпоинт, не, надо перезапускать, короче, и все по-новому, ребят, реально. Ну что, друзья, мы снова дошли до этого момента, я беру, соответственно, автомобиль, а пацаны на бэтмобиле. Итак, парни, я понял, значит, мне нужно встать, соответственно, жопкой вниз, правильно я это понимаю, да? Да, да. Вот так вот я заезжаю, ага. Ну вот, все, я стою жопкой вниз, пацаны, давайте. Я жду, давайте. Поехал! Ну нет, кривовато. Да, у тебя кривовато. Ну нет, это не ко мне вопрос, уже извините, это не ко мне. Ну а кому еще? Ну не. Ну давай, ударь меня, пожалуйста. О, поехал. А это что? Теперь выключаем экран и давай, ударь меня. О, хорошо, перекладочка проводит на первую, отлично. Олеж, да, дальше, вот давай. Надо было просто разворот, ровно тебя по жопе постучать. А, там разворот, понимаешь? Да. Так, сейчас. О, я вижу его. Ай, блин, ну давно не делал разворота, пацаны. Ну, можете понять, я думаю, можете понять. Но давно реально не было. Сейчас, погоди. Сейчас привыкну к этому, и все нормально будет. О, хорош! Так, все, сейчас самое главное мне не накосячить. Сейчас самое главное мне не накосячить, мне не надо. Все нормально. Нормально, первая перекладочка есть. Да я чуть чекпоинт не взял. Вторая перекладочка тоже, соответственно, есть. Но тут самое тяжелое — это разворот, как я понимаю. Потому что его реально, я его капец как давно прям. Давай, Олег, ты на разворот. Давай, Олег, мы за тебя болеем. Олег, мы в тебя не верим. Ну я не помню, как эти развороты делать. Я вроде... Все, ну сейчас должно 100% получиться. Смотри, делаем вот так. Попкой да вперед. Да нет, да ну почему? Я же все и делаю. А там ускорялка сработала? Да, сработала ускорялка. Только у меня машина вниз поехала, блин, а не наверх. Ну почему? Ну все, смотри, показываю. Не показываю. Олег, давай! Я так по-тупому развернулся! Давай, я видел! Я думал, уже не получится! Олег, я там уже по спиральке думал... Я еду! Сюда! Я так по-тупому развернулся! Вы бы видели, пацаны! Я там так накосячил, но я не знаю, ну каким-то чудом просто реально развернулся! Так, я лечу, а мне, подожди, мне с вами лететь подожди, надо а или куда? Логики ты нас должен взять, так, но мы сами можем. Слушай, вы же сами можете вертолет себе взять. Можно, ну, так но и сами хотим, берите. Чтобы ты возьми нас на ручки. Нет, нет. Олеж, я вас брать не собираюсь. Я вас не за 500 рублей готов за работу. За 500 рублей. Ты слышал Кирюху? Вот Кирюха молодец, да. Видишь, за вертолетом уже полетел. Это я, слепой. А так а шо? Давай, ладно, Кирюху поднимем. Кирюха, стой, Кирюха! Ну, Кирилл, я только за тобой, блин, полетел. Ну, так, а ты по таймингу сказал бы. Ладно, теперь я как понимаю, нам всем нужно дружелюбненько лететь вот этот чекпоинт, правильно? И, соответственно, после этого нас он куда-то в какую-то сторону вообще закинет. Да что ж так долго-то вертолеты-то эти поднимаются-то, я не понимаю. Ну, наконец-то, наконец-то. Еще? Я дымлюсь. Я дым пошел от вертолета. Так, а куда дальше, погоди? А где мы вообще? Мы почему стегали мы вообще в городе, скажите, пожалуйста. И зачем? Так, стоп, погоди, а здесь либо направо, либо налево, правильно я понимаю, да? И куда? Я вот не знаю. Ладно, так, я, давай. Короче, поеду налево, а ты езжай, Серега, направо. Кирюха, ты ж направо поехал, правильно я понимаю, да? Я ж пока никуда не поехал.
Надо... почему вы в городе, а меня в третий раз подряд телепортит обратно? Если бы я знал, если бы я знал, а куда мне ехать, я не понимаю. Где Кирилл вообще? Кирилл... Я полетел, да меня убило, и там же спавнит. Я не могу к вам телепортироваться. Меня там же спавнит. Стой, погоди, я немного не понимаю. Вы едете где вообще? Погоди, Серег, вот ты где это здание, блин? Где-то. А, во, ну, во. Я с тобой здесь. Я вижу вот это здание наверху, да. Вот, и ты приземляешься сюда. Ну, а я что должен сделать? Я промазал, я промазал. Ну, ты едешь по зданию, а тебе наверх надо куда-то залететь или что? Подожди, я не понимаю. Я не понимаю! Я просто не понимаю, что тут надо. Я походу. Да нет, я все понял. Все, я все понял. Короче, нет, смотри, я должен вас просто закинуть туда вперед. И дальше мы едем вместе. То есть, смотри, я должен выждать тот тайминг и просто врезаться в тебя так, чтобы ты полетел туда. Скажи, как будешь уже прям подниматься к концу. Тут же есть ускорялка. Да, тут как раз ускорялка есть. Здесь, короче, нужно просто тайминги понимать, и все. Давай. О, получилось! Получилось! Да, лети! Получилось! Только я перелетаю! Олеж, я перелетаю! Олеж, я перелетел! Вашему. Нет! Я чего? В стенку врезался! What the fuck? Я вижу! Только не упади оттуда, Серега! Пожалуйста, а пожалуйста, пожалуйста, назад пожалуйста! Там стенка, реально. Ну не упади! Ну куда ты поехал, блин, а? Ну, ребята, Серега уже находится впереди! Ну куда ты полетел, Кирюша? Ну это чего? Тут самое главное, тут самое главное, смотри, тут чекпоинт вот этот, который берется, он, то есть, ну, такой себе, да? То есть он не. Он вернет тебя просто обратно. То есть это просто фейковый. Ну что-то тут то стало. Его надо облетать, да? Ну, не, нет, его надо подобрать, его надо подобрать. И потом лететь дальше. Ну куда? Ну что ты делаешь, Серега-то, а? Олег, все, ты я, мне мешаешь. Все, я тебе мешаю. Это я тебе мешаю, правильно я понимаю? Так, ну все, мы наконец-таки продвигаемся дальше. А тут у нас снова выбор. Либо, ну куда ты прешь, ну куда ты едешь-то, а? Ну, Кирюхи, короче, как обычно. Так, а здесь что? Погоди, ладно, я поеду, ну я опять налево поеду. Ой, блин. Так, а ты бери на. Ой, нет. А что делать? А как? Погоди, нет, стой. Кирюк, только возьми слева, пожалуйста. Я вас двоих не... Хотя нет, хорошо, хорошо, хорошо. Не-не-не, 100%. Кирилл, 100% нужно будет. Потому что если я тебя довезу, то я обратно не вернусь. Да ёпта, я не могу нормально. Как я тебе? Ты что, прикалываешься, что ли? Не. Короче, ты вообще должен ехать. Ну вот, прямо по Вурайду должен ехать. А ты должен быть внутри. Давай, прямо к стеночке прижмись. Ну, к стеночке. Только я не могу. Я не могу газовать боком. Ну, прижми. Ну, нормально ты. Изначально встань, Серега, ну что ты такой кривой-то, я не понимаю, да? Встань изначально ровно просто и все, давай. Ну давай, Серег, газуй просто. Ну, давай хотя бы там, максимум, вот там максимум, 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 выжимай, просто максимум, ну, выжимай. Олег, ну, да что жоп, я, ну, что я? Скажи, подожди, какой там лучше взять, чтобы не напрягать? Бери слева, слева лучше, бери слева, 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 Кирюха, бери слева, пожалуйста. Ой, молодец, умничка, все. Может, Серег, если тебе, Серег, если тебе что-то во мне не нравится, вон, можешь попросить Серегу, ой, Кирилл, он тебе, да ты куда? Олег, вот подъедь туда и после этого газуй. Так. Подожди, подожди. Вот теперь давай. Давай, 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 газуй, газуй, газуй. Да переворачивается она. Ну скорость нужна еще какая-то. Давай со мной, давай, давай, давай. Сейчас смотри, со мной получится, смотри. С первого раза. Да давай, давай. Понял, понял, нормально, нормально. Ты даже понимаешь, что не получится. Да, смотри, давай, 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 я посмотрю, давай. Давай, давай, газуй, 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 давай, Серега. Давай, давай, я газуй. Просто, я... Понятно, Серега, у тебя все. Газа нету, там, да, все, куда все, ты, все, по... пацаны, вернись пока. Обратно, вер... а ты не проедешь там. Слышь, подвиньте, это мой заказ вообще, а, это мое, а. Это мой заказ. Ну что это за конкуренция такая? Дави, дави, газ, дави, газ, дави, газ, дави, газ. Она не вывозит, ты понимаешь, она не вывозит, не вывозит. Она не вывозит. Попробуй, тебе надо задом, задом, наверное, встать, нет? Жопой она тем более не будет вывозить. Попробуй задом встать. Ну давай пробуем, Серег. Вот, давай, видишь, давай, давай, задница давай, получается. Давай. Я же тебе говорю, Серега, ну. Во. Так, аккуратно, аккуратно. Только надо заехать, Олег. То же самое, только заехать. Да пипец, это сложно. Да, Серега, то он сколько весит вообще? Скажи, пожалуйста, Серега, да, ты про диету ничего не думал? Ты скажи, пожалуйста, зато давай сразу вставай. Давай, 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 давай. Все, задницы, задницы прям работают хорошо. Давай, Серега, еще-то. Там спирали много, как я понимаю. Так, смотри, сейчас аккуратно. Сейчас аккуратно, просто влево, ну, влево. Там, там дальше легко. На двух колесах едем, что? Сережа, я Сережа, вижу, Сережа! Сережа! Все, да это нереально, это нереально! Ну все, Серега, давай, хватайся там за все что угодно, мы сейчас с тобой это проедем. Хорошо! Взял очень хорошо! Записем. Очень хорошо! Очень хорошо! Отлично! Отлично! Идем! Хорошо! Прекрасно! Прекрасно! Так куда? Еще выше-то, я не понимаю! Газовать? Это что за. Ой, два колеса, Олеж, два колеса. Олеж, я газую или нет? Не надо.
Нет, Олег Газуй, делай, делай все, что ты делал до этого. Все, красава! Я молодец. Мы молодцы, Сережа, мы молодцы. Так, а куда дальше лететь? Где следующий чекпоинт? Ага, все новые телепорты эти ваши, да? Ну погнали! Так, и чего, и куда этот телепорт отправляет? А, мы снова сюда вернулись. Чего? Куда? Нет, мы здесь не были. А, нет, слушайте, это военка. Это мы над военкой, да, да, да. Так, давай, смотри, я направо поеду, вы поехали налево. А что тут? Погоди, а что это такое? Чего? Ты направо, мы... Подожди. Возьмите слева. Кирилл, возьми. Трамплин? What the fuck? Не, я направо, я направо, я направо. Погоди, что? О, он реально, он работает, смотри. Ну что, серьезно? А, я знаю, а, я походу знаю, что надо сделать, я походу знаю. Да, подпрыгнуть. Да, тебе надо на тачке подпрыгнуть просто и все. И попробуй, блин, если это реально так, ну не на меня. Офигеть. Сорян, тут просто тяжело. Подожди, вам, наверное, туда надо, не хотя, блин. А, да, нам с этой стороны. Олеж, стоять, стоять, стоять. Да, хочу залезть, дай мне залезть, слышишь, дай мне заехать, да. Спусти, спусти этот трамплин. Нифига себе трамплин, да, дай проехать, слышь, ты еще тролль, а? Блин, да. Как прикольно, если он сейчас работает. Вот таких элементов я еще реально не видел. Да что, все, Сережа, да заезжай, ну, вот так вот, задница просто. Это? Давай, давай, готово? Давай, 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 готовы, готовы, давай, 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 давай. Только аккуратненько, давай, давай, давай. Нет, что-то мы не так делаем. Может быть, это из-за того, что... А, нет, стой, а попробуй, знаешь, как сделать, Кирюх? Мне кажется, это в теории так работает, но в GTA это работает немного по-другому. Попробуй прям под нами, короче, смотри, вот под нами подъехать и вот прям на Е нажать на прыжок. Попробуй, просто попробуй, просто попробуй. Да, и попробуй сейчас прыгнуть, и попробуй сейчас прыгнуть, просто попробуй сейчас прыгнуть. Ну что-то как-то... Хорошо, давай попробуем только один. Только да, один. Давайте только по одному попробуем, потому что... У меня походу... просто залагали качели. Ага, бывает, нормально. Все, давай, я встал. Готов? Нет, стой, 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 стой. Давай, готов, давай. Отправляй меня, Кирюша. Нормально? Ой, блин. Ну да, нормально, только надо было мне изначально встать, то есть лицом к той стороне, а не задницей. Вот, так что сейчас вот так нормально, по одному, короче. Да, ничего не знаю. Три, два, один, пуск. Погнал. О, полетел, полетел, полетел. Нет, не полетел. Не долетел. Пацаны. Не вижу. Олег, ты посмотри. А где он? А где ты у нас висишь в космосе? Ой, не в космосе, а вот здесь в воздухе. Олег, висишь. Я реально вишу. А у меня его нету. А, ты... Ну то есть, я тебе факт могу показывать, смотри. А, реально, слышишь? Да, а как ты его? Я его не вижу. Он у меня реально, он просто в небе висит, дорогие. Упал. Да куда меня-то, подожди. А ну-ка, Кирюха, готовься, готовься, готовься. Готов? Да, готов, давай, 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 пошел, 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 пошел. Давай, 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 лети, 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 лети. Блин, у меня ты просто в боку летел. А как, погоди, я не понимаю, а как там нужно сделать так, чтобы он дальше потом полетел? Я готов, Кирюха, отправляй меня в космос, давай. Три, два, один, полетел. О, ему четко, слышь, я прям идеально. Спасибо. Все, Кирюх, так, а ты теперь сам должен залететь сюда. А я у тебя молодец, красава, красава. У нас, в смысле, у нас тут скилл-тест, в смысле, у нас тут скилл-тест. А что, до этого у нас не скилл-тест был или что, пожалуйста, скажи мне, а? Так, погоди. Я беру чекпоинт, я беру... А, погоди, тут чекпоинта у меня больше нету. И что тут надо делать? Погоди, оп, смотри, вот так вот заезжаю, смотри. Оп-о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 п. Давай, 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 давай. Да что за... Ой, блин, ну только не скейт-парк, пожалуйста. Только не это, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой, ну бесит меня эти рампы, бесит они реально. Так, Сережа, вот здесь прям аккуратно, прям аккуратно. Хорошо. О, чуть не упал, чуть не упал, чуть не накосячил. Так, здесь аккуратно проезжаем. Капсулу вырубаем. Олеж, я на разгоне, я на разгоне, я на разгоне. Ой, вот тут можно прям идеально. Мне кажется, откуда у нас вот это... Нет, стой, погоди. А это... А, качели не работают. А погоди, нет, а там невидимое или видимое? Скажи, пожалуйста. Мне кажется, там ничего нету. А, проверь, пожалуйста, Сережа. А как это? А, вот оно как. Так это на скорости... Это что такое полетел? А, это Кирилл. Это я. Так, там ускорялки. А как? Давай на скорости. Отойди, отойди, отойди на скорости. Давай, 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 давай. Пробуй, пробуй, пробуй. Давай, я заныкался, я внутри кармашка. Да как я умер, как я умер? Не, я прям... Я пошел. Там невидимо? Сверяюсь. Там невидимо? Не-не-не, там ничего нету. Короче, ребят, как я понял, здесь нужно просто это дело все перепрыгнуть. Давайте попробуем, 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 попробуем. О, перепрыгнул, прикинь! Да, там я не на фул скорости, но перепрыгнул. Там ускорялка, Олег, аккуратно.
Глайд, сейчас главное не накосячить. Сейчас очень главное не накосячить. Капец, длинный элемент, конечно, ребята. Так, аккуратно летим. Аккуратно, я капец давно не гладил на велосипеде. Так, нормально. Давай, прямо ворота сюда. Ну все, я взял чекпоинт. Так, а что дальше, смотри. Давай, смотри, Кирюха, я возьму слева, а ты возьмешь справа. Как тебе такое предложение? Давай, Серега. Ага, так, я за челика, а ты на чем? Ты на... Стой, погоди, я думал, сейчас это Кирилл тут стоит. Не-не-не, сейчас я подлечу. Я думал, тут Кирилл стоит. Давай, погоняй. Смотри, вот как это работает, оказывается. Давай. Сейчас, погоди, залезу на тебя. Сейчас, вот, все, встал. Да куда ты меня не так отправляешь? Ну, давай, Серега, прыгай и... Почти получилось. Давай еще раз. Но мы делаем все правильно, там чекпоинт был. Давай, сейчас. Аккуратно. Да, он не залезает. Так, стоп. Да, я прям на носик залезу. Так, все, давай. Пошел! Ой, хорошо! Очень хорошо! Так, все, чекпоинт забираю. Теперь давай запрыгивай сюда, потому что нам еще нужно сделать так 3 раза, как я понимаю. Давай, Серега, пробуем. Давай, я на носике. Хорошо. Да! Я взял чекпоинт, но не ухватился. Все, найс. Так, что да. Ай, блин, еще одна, да, получается. Ну, надеюсь. Давай, прыгай. Раз, два, три, пошел. Хорошо! Ебан, ты сколько раз мне? Ты меня 2 раза подкинул. Я очень высоко подлетел. Так ты, конечно, ты меня 2 раза подкинул. Так, ну здесь, по идее, я должен уже самостоятельно все это, конечно же, сделать. Да ты. Ой, опять качели, прикинь, туда. Ема, там качели. Подожди, без мотоцикла теперь? Да, тут чисто чего. А где Кирилл вообще? Я не понял. А он летит. Так, ну давай. Я встаю. Нет, она не спускается. Слышишь? О, она у меня спустилась. А у меня не спускается, прикинь, я что, такой легенький, что ли, для этого? Так, подожди, а парашют или машина? Бери машину, тебе машину надо брать, Так, вот, а погоди. Спустил? Нет, она не спускается у меня, слышишь? И что, она у меня не спускается? Нет, нифига, все, сломали. Все, теперь ты ее опустил, Сережа, а теперь давай прыгай. И я прямо туда полечу, надеюсь, очень. Ой, ты что? Что за вред? Я просто бегу по воздуху. Парашют! Ой, слава богу, у меня парашют есть, пацаны. Это просто какая-то нереальная какая-то пульта, я вам хочу сказать. Это реально Подожди, прикол какой-то. Если у вас машина какая, скажите мне, пожалуйста. У вас машина, которая как раз-таки готова к, такой, к таким испытаниям, скажем так. Мы перепрыгнули. Давайте, все. Только слышишь, короче, надо каждую опускать, потому что они все, ну, неподвижны. Я не могу их просто опустить, короче, вот. Хотя да, давай попробуем изначально. Давай, Кирюха полетел. Давай, пошел. Да, абсолютно так же. Все, раскрываем. Блин, ну я так кайфую с этой катапультой. Это так классно на самом деле, пацаны. Я вам отвечаю. Слушай, ну мне что-то уже подсказывает, что ты что-то... Да, это финишная прямая. Давай, парни, немножечко осталось. Просто чуть-чуть осталось. Ну что, погоди. Ты ее наклонил в другую сторону. Теперь вот сюда, теперь... Какой? О, реально равновесие, слышишь? Ема. Серег, уже прыгни там где-нибудь. Подожди, давай, стоп. Стой, погоди, мне надо вот с этой стороны стоять, правильно? Или сколько? Я запутался. Я не понимаю, с какой ты стороны стоишь. Нет, вот с этой стороны надо. Вот. Я вот все, вот с этой стороны стою, погоди. И ты должен прыгать, получается, здесь тоже. С этой стороны должен прыгнуть, да. Да куда ты? Ну так, наверное, тоже сойдет. Да, нормально. Только есть вероятность, что не долечу. Не, нормально, все нормально. Слушайте, пацаны, ну давайте догоняйте. А, понятно. А, кто это полетел там туда? Это Серега или Кирилл? Кто из вас полетел? Нет, это Серега. Так, давай, быстрее. А, не успел. Все, надо быстрее. Да вы что гоните? Я что, последний приехал, что ли, а? Ну что, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, он вам понравился. Вы, как обычно, влюбились в тартки, трогатый новый кузик. Как я люблю, подписались на все даже каналы. Ну а с вами еще не были, как всегда, Олег Кофе, Кирюха Варпач, Серега Болдов. Все ссылочки в описании. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Всем пока-пока.